Доброе утро. Я дождалась своего череночка, который пришел по почте, сорт Лара Мандарин. Череночек шел очень долго, почти 3 дня. По такой жаре, я считаю, это, конечно, для черенка очень тяжело. И посмотрите, листочки у него крайние пожелтели. По краешку кайма пошла. Но черенок жив, и встает вопрос, что же делать с ним дальше. Как его приспособить к вашим условиям. Ну и, конечно, листики у череночка, листики, необходимо желтые убрать, они ему только мешают развиваться. Мы их уберем сразу. Сразу хочу сказать, что любая пересылка черенков для растений – стресс. Поэтому мы будем пользоваться антистрессовыми препаратами или препаратами, которые устанавливают иммунитет растения. Еще есть красивое название – универсальные антистрессовые адаптогены. Листики мы обрежем ножницами, которые я предварительно обработала перекисью водорода. Рисковать здесь не стоит, поскольку черенок и так ослабленный. Не дай бог, занесем какую-нибудь инфекцию. Ну и вот так аккуратненько убираем один листок. Ну и также второй листок. Они уже только силу растения забирают. Зелеными они не будут. Ну вот так у нас получилось. Дальше наши антистрессовые препараты. Вот лично я больше всего люблю вот такой НВ-101. Одна капля на литр отстоянной теплой воды. И можно наш черенок полить. Но правда без фанатизма, чтобы не залить, не дай бог, не вызвать черную ножку. Некоторые специалисты опрыскивают таким же составом по листочку, чтобы цветочек быстрее восстановился. Сразу после приезда черенок я никогда не пересаживаю. То есть проходит где-то примерно недельки 2. Череночек адаптируется, отойдет от стресса. И только тогда я подберу ему специальную плошечку, небольшую. Ну, как говорят специалисты, плошка большая быть не должна для пересадки, чтобы цветок не поприжился, ну, не более 1 литра. Давайте скажем так. После пролива антистрессовыми препаратами наш черенок недельки 2 постоит, и потом мы его сажаем. В общем-то, на сегодняшний день все, что я хотела сказать. О том, как я буду пересаживать череночки, я расскажу в следующем видео. Спасибо за просмотр!